рамках конференции компании Solar Group в Индии местные инвесторы, партнеры и участники проекта увидели транспорт с электродвигателями на Славянке. Его подготовили специалисты производственной кооперации «Ресурс» во главе с Андреем Лобовым при содействии индийских партнеров и заинтересованных в технологии бизнесменов. На самой конференции был продемонстрирован грузовой тук-тук Bajaj Maxima с солнечными панелями и комплектом на базе двигателя с совмещенными обмотками от компании АИСПП Weihai. Подобный трицикл был создан год назад в России и отлично показал себя в эксплуатации. В Индии тук-тук для модернизации предоставил бизнесмен, директор одного из индийских предприятий Avtar Singh. Электромобиль очень хорошо приняли участники конференции. Им активно интересовались прохожие. На огромной 20-полосной автостраде тук-тук показал себя маневренной, простой в управлении и надежной машиной. В Индии тук-тук – популярный вид транспорта. Его используют для перевозки грузов и пассажиров, поэтому в качестве второй машины для модернизации был выбран пассажирский трицикл. Его предоставил национальный партнер Solar Group в Индии Гульшан Кумар Бирди. Комплекты с двигателем на Славянке установили на одном из предприятий, где производятся тук-туки. Электрику настроил Андрей Лобов. Электромобиль испытали на городских дорогах, а затем отправили на завод, чтобы по его образцу можно было модернизировать и другие машины. Еще одно транспортное средство, которое показало индийцам преимущество технологии, это лодка с мотором, созданным в кооперации «Ресурс» на базе двигателя с совмещенными обмотками. Лодка удивила легкостью хода против течения, отсутствием шума и вредных выбросов. После конференции представители Solar Group и Андрей Лобов провели встречи на заводах с инженерами, которые заинтересованы в использовании технологии. Электродвигатели с совмещенными обмотками отвечают запросу Индии на качественный, экономичный и экологичный электротранспорт. Мы уверены, что моторы на Славянке займут там свою нишу скоро и надолго.